подождите сейчас 5 минут, я только картину запакую. Фильм «Встречи» Виктора Цатряна была первой работой, показанной на фестивале. В съемках участвовало 13 актеров. Отличительная особенность 14-минутного фильма – он снят на одном включении камеры. Всего на конкурс пришло около 20 работ. Их показы, а после обсуждения, проходили каждую неделю. Каждый режиссер рассказал о том, что он вкладывал в эту работу, как все происходило. И вот это общение, оно и есть, наверное, главной целью любого фестиваля, либо конкурса. Руслан – один из авторов конкурса. Он представил работу объявления. В своем 5-минутном фильме автор рассуждает о любви. По моему мнению, главное в жизни вообще, вот, что составляет большое, единственное счастье и большую трагедию в жизни – это любовь. О любви и короткометражный фильм Юлии Никифоры «Так счастливы вместе». Я считаю, что, в принципе, все творчество как таковое там не связано не только с кино, там, с музыкой, с изобразительным искусством и прочим, да, оно всегда, главная тема – это любовь. Итоги киноконкурса подведут через неделю, тогда и будет известно имя победителя. Анастасия Вакарчук, Надежда Шувалова, Севинформбюро, специально для ИТВ, Севастополь.